привет еще раз. Ненадолго в этот раз. Обязательно посмотрите предыдущий эфир. Там тоже ваши любимые советы. Спасибо, красивая. Да, в этот раз красивая уже. С кудрями. Так редко кудри ношу. Еду домой. Не стесняйтесь, такси эфир вести. Нет, не стесняюсь. Каждый пусть делает свою работу, и все будет хорошо. Еду домой. Посмотрите прежний эфир и поймете, куда я еду. Где Катюня? Вот она. Я не знаю, где она. Дома, наверное. Мы ж не живем вместе. Долго ехать до дома? Очень недолго. Поэтому эфир будет недолгим. Но если будете писать интересные вопросы, то будет интересным эфир. Вес скидывайте, скидываю. Друзья, я вас очень хочу попросить не сравнивать меня с Катей, писать, кто красивее, кто старше, кто моложе. Если вы будете писать мне, что я моложе и красивее, мне все равно не будет приятно, потому что это моя сестра, и я ее люблю. Скажи, как бороться с отеками после родов? Вес уходит, хорошо, отеки нет. Попробуйте пить зеленый чай, откажитесь от кофе. Я вот так сделала в последнее время. Помогает. Ешьте гречку, она выводит хорошо воду из организма. И нужно делать какие-то физические упражнения. От них тоже хорошо уходит вода. Вот. Не пейте на ночь. Но в то же время воду в течение дня нужно пить. Как ты считаешь, вы с Катей разные сильно? Очень разные, прям полярно разные. Хотелось бы жить совсем рядом с Катей. Наверное, меня все устраивает, как есть. У каждой из нас своя жизнь, но мы любим друг друга, и мы каждый день созваниваемся и видимся. Спортом начинаю уже потихоньку заниматься. Да, волосы красивые. Спасибо. Какой оттенок насыщенный, какая краска. Я не красилась сегодня. Просто укладка красивая. Ты такая милая, спасибо. Почему не водишь машину? Я не умею. Я не умею водить машину. Может быть, потом научусь. Но пусть сначала дети вырастут мои. Может, блонд? Нет, спасибо большое. Я не хочу потерять все волосы. Так. Очень мудро, муж тебя за это и любит. Конечно, мужу нужно уделять время обязательно. Спасибо за эти слова, но еще он меня за другое любит. Я еще считаю, что нужно, конечно, ухаживать за собой. Неважно, есть у вас деньги на салон или нет. Пусть это будет домашний уход, но всегда нужно выглядеть привлекательно. Что на сегодняшний день думаешь о проекте? Думаю, что этот проект подарил мне любимого человека. Я верю, что мы с Тиграном две половинки. Я всегда очень мечтала и во всех своих молитвах просила, чтобы Бог привел ко мне мою половинку. Я думаю, что именно на этот проект он его привел. Вот. Подарил мне путевку в жизнь, подарил какую-то узнаваемость. Как вот мне писали, почему какая-то простая приехала на дом 2, а теперь и звезды. Ну, поедь ты. Выйди из зоны своего комфорта, если ты считаешь, что это твой путь. Но на самом деле можно стать успешным человеком, не приезжая в Москву, а просто работать. Вопрос интересовал, где дома храните вещи? Шкафов не хватает, действительно шкафов не хватает. На балконе есть шкаф, и все забито, уже бедный Тигран, ничего не умещается. Но на самом деле те вещи, которые я понимаю, что я не ношу давно, я их очень периодично дарю. Дарю семьям в
которых либо девочки молодые подрастают, у меня же размер такой, да, что девочки-подростки могут носить, вот, либо кому-нибудь, но именно нуждающимся, который действительно оценит. Поделись опытом, как сохранить спокойствие, когда дети болеют, спасибо. Рецепты, которые вам приносит доктор и записывает на бумажке, какие лекарства купить и сколько давать, не выкидывайте. Кладите в аптечку. Когда в следующий раз ваш ребенок заболеет, вы просто доставайте этот рецепт и начинаете давать ему вот эти лекарства. Это очень хорошая, хорошая такая вот уловка. Мне посоветовала Тиграна мама. Все рецепты сохранять, и вы не будете нервничать. К тому же, вы должны просто понять, что чем больше вы переживаете и нервничаете, тем меньше вы сможете сделать. И ребенку совершенно не нужны ваши переживания. Вы должны быть как кремень, уверены в своих действиях. Для этого у вас есть бумажка, которую вы сохранили. Все делаем четко, по часам, улыбаемся и машем. Вот так. Если низкое давление, можно пить зеленый чай? Наверное, можно, у меня тоже низкое. Мне неплохо. Кофе, мочегонное средство. Ну, не знаю, у меня оно задерживало воду. Привет, с тобой полностью согласна, про мужа на первом месте. Это действительно так. По сути дела, это такой же ребенок. Ну, не в том, что это ребенок, я имела в виду, а я имела в виду, что дети, они и так у вас будут на первом месте. Они в любом случае будут у вас на первом месте, потому что детям нужно очень много времени, любви, и они в любом случае ее получат. Если вы хорошая мама и вы их любите, вы у себя в голове должны мужа на первое место поставить и во всех своих действиях. А дети маленькие, они даже этого не заметят, что вы сначала там папе поставили тарелку. Но даже если они заметят, то у них уважение к отцу будет. То, что отец на первом месте. Сначала отец. И дети будут расти с уважением к отцу. Вот это я еще забыла сказать. Когда он будет на первом месте у вас. И это будет как раз здоровые отношения между мужчиной и женщиной, где папа глава семьи, где мама на втором месте. Как бы обидно вам, мне казалось, что это звучит. Вот. Поэтому хуже не будет, будет только лучше. Никто не будет чувствовать себя недолюбленным. Еду домой, уже приехала. Вы такая мудрая и интересная, даже не думала, что так. Что так позитивно влияет на вас Тигран. Спасибо большое. Повезло с мужем, да, повезло. Я уже скоро выхожу. Так, все, я приехала. За вами наблюдаю. Очень красиво. Спасибо. Спасибо. Спасибо, до свидания. Так. Что ж такое? Так, чуть-чуть еще. Почитаю ваши вопросы. Как придумать бизнес? Я скидывала видео, будет бесплатный семинар 8 февраля в Щелково, если вы Щелково. И вот там как раз будут рассказывать, как придумать, как сделать его успешным, ваш бизнес. Поэтому можете посетить. Красавица, хорошая жена. Спасибо большое. Дагестан любит тебя. Спасибо большое. Сохраните эфир, обязательно сохраню. И вот еще раз повторю вам, что поддержку первого моего эфира, что если вы ставите мужа на первое место, я забыла сказать это в прошлом эфире, и все начинается с него, и вы его уважаете, как мне писали, вы прогибаетесь под него, то и ваши дети растут с уважением к отцу, потому что дети не уважают отца тогда, когда не уважает его мать. Если последнее слово всегда за папой, мама никогда не спорит с папой, то дети, особенно мальчики, так и вырастают с полным понятием, что такое достойный мужчина, достойные отношения, где никто никого никогда не унижает. И они уже подсознательно растут уверенными в себе мужчинами.
Сначала поют о том, как все хорошо, как надо любить друг друга, а после пшик и развод. Ну, я об этом тоже думала. Сейчас можете написать, типа, ну, 7 лет это ничего. Ну, вот если разведусь, будете тогда меня клевать и радоваться. Но этого не будет, и вы потом поймете, что я говорила правду, но так как вы сейчас скептически относитесь к моим советам, вы их не используете и разведетесь, скорее всего, вы. И будете говорить, блин, ну Юля же говорила в своих эфирах. Поэтому попробуйте. Хуже не будет, если вы ради эксперимента просто начнете уважать своего мужа. И как вы пишете мне, прислуживать своему мужу. Вы всегда сможете прекратить. Что делать, чтобы муж не вымывал по выходным, говорит, что так расслабляется. Непонятно написали. Какая молодец, даже в прямой успеваешь заходить. Да, успеваю, таксиста повеселила. Вы хотели бы получить еще одно высшее образование? У меня и первого высшего нет. У меня специальное. Здрасте. Ой, спасибо. Среднее специальное музыкальное образование. Кларнет, артист оркестра, учитель музыкальной школы. Ось так ось. Еще и все это на украинском языке. Друзья, все, я уже... Хасанчик! Ой, Хасанчик, привет! Тюзи плеснюлясь! О, Ники и Ром. Я вашу аватарку помню. Вы всегда мне такое хорошее пишете. Чуть не защемило меня. Ладно, друзья. К сожалению, не могу долго в эфире проводить время, потому что меня ждет дом, семья, любимые детки. Красотка моя. Да, я такая. Так, сделать.